Дорогі друзі, ми продовжуємо розповідати про різне служіння Церкви Воскресіння Христове, адже церква – це люди, служіння різноманітні, і чим більше людей, тим більше дарів, якими Господь наділив кожного з нас, і в міру дії кожного, от як Слово Господнє каже, тіло прирощується, і воно є досить різноманітне, і це чудово, як Господь діє і в нас, і діє через нас. І сьогодні ми розповімо ще про одне служіння, до якого прямо має відношення Церква Воскресіння Христове і, звичайно, брати і сестри, які є у церкві. І тому сьогодні ми поговоримо про служіння реабілітація або реабілітаційне служіння для залежних людей, і як воно працює, які умови. І все, що торкається цього питання, цього служіння, ми сьогодні обговоримо із людьми, які мають пряме безпосереднє відношення до цього. Тому я хотів би спершу, якби, щоб ми познайомилися. Тому з нами сьогодні є частина команди. Це частина команди, вона більша. Але це ключові люди у служінні реабілітації. І ми з вами будемо сьогодні говорити про те, як працює, навіщо, для чого і для кого це служіння. Тому сьогодні з нами є керівник цього служіння, це Людмила Гівовна, є Максим Хоружий, є також брат Саша, є брат Діма Плішаков і є також брат Анатолій. Отже, сьогодні ми говоримо те, чим ви живете, да? Тому що це те, що, до чого ви маєте відношення кожного дня або майже кожного дня. І я думаю, що питання перше для кожного буде, але коротко скажіть просто вашу думку без довгого обдумування. Як би ви найкоротше описали суть служіння реабілітації? От в самому короткому варіанті, одним, максимум двома реченнями. Восстановлення личності. Це воскресіння чоловіка в життя. Возвращення чоловіка в той образ, який призначений ізначально Богом. Я думаю, это максимально показать человеку, что это место, в котором его любят, в котором в него верят и в котором ему готовы предоставить помощь. Я думаю, это, наверное, и утешение, и допомога, как морально, так и материально. В таком плане. Добре, дякуємо вам за таке коротке визначення. Я думаю, що визначень може бути дуже багато, але все-таки оце формує загальну картину от того, хто може це дивитися, бачити. Сьогодні до мене зателефонував телефон, і мене запитали, а як знайти телефон відповідальної людини, ми хочемо на реабілітацію людину привезти. Тобто багато людей, які чують десь, і ми навіть не знаємо цих людей, так? І я думаю, що от чому знають, бо є плоди, да? Люди чують, що це працює. І ось ми поговоримо, як це працює. І я задаю друге запитання. Яка кінцева мета служіння реабілітаційного центру? Яка кінцева мета? Коли ми можемо сказати, ціль досягнута? Ось є людина, і ціль досягнута. Що має статись в житті людини, щоб ми сказали, ціль досягнута? Ну, я буду відповідати на цей питання, відталкиваясь, звісно ж, від своєї житті. І я не можу дати відповідь, що конкретно там в 2025 году это будет последняя точка, когда моя реабилитация она будет закончена, или я ее прошел успешно, или я достиг чего-то. Это, я так думаю, что, слава Богу, что с 25 лет моей жизни она началась, и я так думаю, что я буду проходить ее
до последнего дня своей жизни. Почему? Потому что с каждым днем я сталкиваюсь все с новыми и новыми трудностями своей жизни, с той чертой характера, которую надо все менять, работать над ней и преображаться в тот образ все-таки, где есть человечность и Божий образ. Ну, да, я розумію, погоджуюсь з тим, що це процес всього життя. Але якщо ми дивимося на процес реабілітації, ну, в таких часових рамках, що людина, можна сказати, хорошо пройшов цю дистанцію, да? В нашому розумінні, да? От все-таки, якщо ставити в таких часових рамках, от за рік, за два, ну, як ви вважаєте потрібним, яку ми ставимо кінцеву мету, до чого ми людину хочемо привести, що ми в ній хочемо побачити? Ну, ми хочемо, мабуть, побачити ті змінення в чоловіці, щоб вони відбулися, чоловік змінюється, меняется его образ жизни, ценности, взгляды, то есть это видно. Если оно действительно, реабилитация у него происходит качественно, если можно так сказать, по человеку видно, он берет ответственность за какие-то моменты, становится более самостоятельным, подключается где-то в какие-то моменты, не просто просиживает штаны, скажем так. То есть по человеку видно, что он начинает двигаться вперед и, естественно, жизнь не такая, как была раньше. Ценности меняются в первую очередь. Тобто по житті, по плодах ми да. можемо оцінити. Є доповнення? Я би хотів відповісти на цей вопрос, відталкиваясь від Писання. Є місце, в яке говорить о плодах Святого Духа, іменно не о дарах, а вже о плодах. І це такі качества, як любов, радість, довготерпіння, кротость, воздержання, гостеприимство. И, в принципе, понятно, что, знаете, есть такие моменты, когда люди на реабилитации берут ответственности, и они много работают, и делают очень много для реабилитационного центра, но в них нет именно вот того, что хочет в нас видеть Господь. И я считаю, что по вот этим вот, по вот этому месту из Писания легко можно, в принципе, отследить, есть и идет ли человек за Господом, есть ли в нем любовь к ближнему, есть ли в нем именно вот радость истинная в каждом дне пребывания его в центре, есть ли в нем воздержание, есть ли в нем кротость, то есть и по этим всем моментам можно, то есть, смотреть, как, в каком состоянии человек. Ну, я думаю, так. Ну, я думаю, если мы просто приводим человека ко Христу, к Иисусу Христу. И то, что говорит Дима, вот есть еще такое, такая Иисус говорит притчу, не притчу, а историю о 10 прокаженных, и только один из них вернулся для того, чтобы поблагодарить Иисуса. Он спрашивает, а где же остальные? То есть людей приходит к нам очень много, но мы сеем в них вот это учение Иисуса Христа. И конечная же цель, конечно, для любого христианина, это для того, чтобы человек пришел ко Христу, и у него было желание отблагодарить его и послужить ему. Я думаю, в этом... Людмила Георгиевна, от вы, как керівник, от напряму, як би ви охарактеризували, на вашу думку, може ви абсолютно солідарні, може ви доповните просто, кінцева мета, що ми очікуємо побачити? На сьогоднішній день ми просто розуміємо, що ми беремо людей всіх. Люди нарко-алкозависимі, вийшли із тюрем, бездомні, мами, які залишилися з дітьми в тяжких ситуаціях. И мы их берем всех, и, естественно, как верующий человек, мне бы хотелось отдать частицу своего Бога, который когда-то мне помог, когда я была бездомной, когда я бомжевала. Но Господь пришел в мою жизнь, Он ее изменил. И мне бы хотелось, чтобы конечный результат был, чтобы эти люди познали Христа, родились свыше. Но не всегда это бывает, не всегда это получается, но мы людям все равно помогаем. И конечный результат, который бы хотелось бы 100% ожидать, это рождение свыше. Но другой еще есть момент. Если даже человек
не встретился с Богом, но хотя бы, чтобы он взял те принципы жизни, которые они присущи не только верующим людям, но чисто искренним людям, которые ходят, не обманывают, не крадут. Много людей таких же тоже есть. И хотелось бы, чтобы эти люди, которые проходят у нас реабилитацию, в конце взяли ответственность за свою жизнь, чтобы они научились отвечать за свои поступки. И очень важно, чтобы эти люди научились помогать другим людям, как когда-то мы помогли им. И это очень важно, потому что вот этот момент, когда мы передаем и начинаем помогать, сострадать друг другу, то в человеке начинает рождаться сострадание. А это самое важное качество, потому что сам Господь сострадал всему миру. Дякуем вам. Ми хочемо побачити якусь переміну. І люди, власне, і йдуть, щоб змінитись. Да? Чи то батьки привезли, чи родичі, чи сама людина, ну, якби десь, як то кажуть, до якоїсь точки опустився і від неї відштовхнувся. Все, не можу так. Буду пробувати, поможіть мені. І от в мене питання, які ключові, верніше, на вашу думку, що по-справжньому змінює, приносить цю зміну корінну. Адже можна просто не змінити спосіб життя, а більш помірне життя вести. Я маю на увазі, там коловся, ну, став стриманим просто більше, став такий, скажімо, чуть-чуть. А що от реально на 180 градусів, на вашу думку, змінює життя людини, змінює цінності, все змінює до глибини? Ну, я так думаю, що знаете, самое первое и важное, это когда человек, вот, желание, когда он захотел. Вот я просто вспоминаю свою реабилитацию, тот день, когда я пришел, и знаете, я вот опустился до той точки, как вот мы говорим с вами, вот до той точки, которую я уже, когда начал проходить вот эти курсы реабилитации, я уже не хотел обратно там оказаться или вспоминать те дни, когда я, как я там был, как я жил в той среде, какой я был человек. И вот это вот мое желание, я хотел изменений, я хотел чего-то нового. Конечно, оно все было мне тяжело, и как бы я проходил в своей жизни те моменты, знаете, вот в реабилитационном центре я услышал такое, что мы в реабилитационном центре делаем то, чего мы раньше никогда не делали. Это действительно было тяжело, это было все новое, и оно все было неудобное, и много чего не хотелось, стеснялся, как-то скрытый был, но это все-таки было желание во мне, что я хотел становиться другим человеком. Вот. Мой ответ такой, что это, в первую очередь, это желание. Є доповнення, будь ласка. Я бы хотел ответить следующим образом. Я думаю, что действительно, ну, так как я нахожусь в полном служении, очень часто вижу новых людей, которые приходят, уходят, приходят, уходят. И я сделал для себя такой вывод, что действительно поменяет человека благодать, незаслуженная милость. Это меняет человека с ног на голову. В миру привыкли все судить, справедливо смотреть на проступки человека. Просто к нам приходят реально грешные люди, которые нуждаются в помощи. И я заметил то, что именно действительно это только может вдохновить человека на то, чтобы пойти за Христом и начать новую жизнь. Ни знание, ни работа, ничего. А именно, я имею в виду на первом этапе, на вот первоначальном, когда только он пришел, это показать человеку ту любовь, и сказать ему: сынок, несмотря на то, что ты все это делал, мы тебя любим, давай попробуем. И есть люди, которые просто это принимают и идут, есть люди, которые это отвергают и не идут. Но я считаю, это ключевой фактор, другого нету. Тоді в мене випливає з цього питання інше питання. Чи можна досягнути результату звільнення від залежності без духовної складової? Ні. Я більше нічого не буду доповнити, я просто скажу ні. Доброе. Дополнение. Мы этого не практикуем, мы только духовная часть, потому что оно действительно, мы видим из этого плоды. Нам оно помогло, другим помогает. Духовная часть. Тобто коріння є духовне. Да. Проблема духовна. Да. Вона комплексна, но корінь духовний. Да.
Якщо ми корінь вириваємо, все інше... Все остальное начинает, соответственно, меняться. Толя? Осознание того, что ты болен, что Иисус говорит, я пришел к больным. Если угу. человек... Вот это постепенно мы показываем человеку, что у него есть проблема. Что проблема не в том, что он употребляет, а в том, что он живет без Бога. Якщо людина не розуміє цього, або не визнає цього, не приймає цього, не можна їй допомогти, чи можна? Ну, є сила волі, як кажуть, ну, чоловіча сила волі. Тобто ви не вірите в силу волі? Ні, на якомусь етапі вона працює, до определеного моменту, но черпати із себе чоловік довго не може, а ми черпаємо із... От Бога, от источника, который, ну, не иссякаем. Тобто духовна переміна, людина зустрілась з Богом, пережила духовне народження, це є ключовий пункт. Якщо він не стався, людина може і зміниться, але не так. Я правильно, ну, вийшов, підсумував? Ну, мабуть, да. Возможно, що... Попробовать со второго раза, первый раз не получилось, угу. зачастую так получается, что человек что-то немножко узнал, познал, но не захотел дальше увлекаться этим, если можно так сказать, угу. ушел в сторону, но все равно он понимает, что уже в него посеянное, но все равно произрастет. Он вернется все равно к этому же. Добре, дякую. Давайте трішки поговоримо про сам процес, з чого він складається. От є процес реабілітації. Які є от складові цього процесу? З чого він складається? Чим наповнений? Коли ми кажемо, це процес, чим він наповнений? З чого він складається? Ну, в першу чергу, я думаю, це з колектива. Сам процес, це колектив, це то, куди попадає чоловік, коли він приходить в реабілітаційний центр. Вот, те люди, которые его окружают. И с кем поведешься, я так думаю, то от того и наберешься. Ну, это как бы такой один пункт из большого ответа. Угу. Да, я слышал тоже так с ребятами некоторыми разговариваю, и вообще не только на нашем центре, так что многих личный пример как бы служителей, наставников их вдохновляет. То есть они понимают, что были тоже люди в такой же какой-то проблеме, но у них получилось. И вот этот личный пример сильно вдохновляет ребят угу. тоже меняться, делать какие-то шаги, прилагать усилия. Якщо с практичної точки зору подивитись, як воно відбувається, що там повинно бути в цьому процесі, да? Ну, я бы ответил следующим образом. Если уже человек как бы дал согласие и идет, ну, то есть готов проходить реабилитацию, то сам механизм этого процесса, знаете, он в первую очередь основан на устройстве. То есть, знаете, в книге Иова, Иов описывает ад как место, в котором нет устройства. И самый главный момент, вот этот механизм в реабилитации, это устройство, это режим, простейший режим. То есть благодать благодатью, она никуда не убирается, она остается, все, но именно вот режим, то есть это подъем, это вот эта вот систематическая наработка режима. Питание, подъем, трудотерапия, чтение, питание, подъем, трудотерапия, чтение, если так практически вот как на это посмотреть, сам механизм заключается именно в вот этом вот, в дисциплине. Я бы назвал это слово дисциплиной, потому что, ну, духовное состояние человека, оно напрямую отражается на его отношении к физическому, ну, к бытовому. Поэтому дисциплина... А можешь детализувати? Ти вже сказав деякі речі, да? Що є у вас там і читаєте, і працюєте, і як воно відбувається? Тобто у вас якось є спеціальний час чи дні для того, щоб там те чи інше відбувалося? Чи це все по кусочку кожен день відбувається? Ні, у нас є, так сказати, програма, графік, який утверджен, це п'ятидневний день.
который он похож, в принципе, на день работы. А выходные есть? Да, выходные есть, есть свободное время, мы тоже просматриваем и фильмы, ну, такие фильмы имеются в виду, христианские, мотивационные фильмы. То есть есть свободное время у человека, потому что свободное время человеку нужно. В это время он и проявляется, его отношение, так и как раз к чему он пойдет. То ли он пойдет, например, заниматься вещами какими-то чуть-чуть несоответствующими, или он пойдет, например, читать Библию. Тобто реабілітаційний центр – це режимний об'єкт. Конечно. Там є режим, там просто так… Не можем. Ну, в Библии очень хорошо написано, что закон, он детоводитель ко Христу. Угу. И на сегодняшний день для того, чтобы человек, который к нам попадает, он жил беспорядочно. Угу. Вот, как попало, знаете, он плыл по течению. Мы сегодня учим людей, чтобы они текли против течения, чтобы они плыли против течения, потому что сегодня мир может предлагать нам разные вещи, и они попали в эти капканы. И для того, чтобы не попадать, нужно научиться говорить тем вещам «нет», которые тебя могут привести к обвалу. И если на начале пути они не научатся дисциплине, и не научатся контролировать свои эмоции, свои желания, то, естественно, оно их приведет обратно куда? Оттуда, откуда они начинали. И на сегодняшний день, еще раз говорю, закон, он детоводитель ко Христу, поэтому есть внутренний распорядок дня, который выполняется в полном смысле слова, практически, как он написан, и, естественно, там проходят все моменты, которые нужны для реабилитации. А говорячи про дисципліну, у мене питання з цим пов'язане. При яких обставинах людина може або повинна достроково завершити, зупинитись і поїхати додому? Навіть якщо не хоче, що може таке статись, можете назвати, що людина достроково припинить і поїде додому? Є такі моменти, знаєте, у нас категорично запрещено курення, алкоголь і прийом якихось запрещених препаратів. И, естественно, это такие моменты, которые сразу бросаются в глаза, и мы выносим их во свет. Но, понимаете, все-таки это все равно должно основываться на Писании. И на Писании, даже если, например, мы поймали человека, да, или узнали, что он закурил, да, понятно, что сразу вот сию минуту его не выгоняют. То есть это тоже основано, конечно, да, это основано тоже на библейском принципе, когда один раз, два раза и три раза, когда уже при руководстве, то есть говорят, что все. Тобто, коли людина ігнорує те? Да, тут є два варіанти. Чоловік або приймає це, розкаювається і починає жити вже далі, не робить того, що він робив. Або він продовжує ще раз. Звісно, ми узнаємо ще раз, опять второй раз він не приймає, ми робимо третій раз, і на третій раз, собственно говоря, вже він уходить. Оно видно. Кто-то старается, действительно, у кого-то не получается. Ну, бывает, что не получается. Естественно, хочется человеку помочь и поддержать его. Кто-то целенаправленно просто, ну, так ему удобно просто. Поэтому с такими людьми, конечно, пожестче приходится. Добре. А питання таке. Реп-центр и церква. Який взаимозв'язок и навіщо? Наверное, якщо він є, то навіщо? Наверное, я на него отвечу. Потому что у меня брат старший, который умер от передоза, он жаждал бросить это все. И я не скажу, знаете, что в тот момент не было людей, которые бы подсказали, которые помогли бы. Он у меня умер от передоза. Вот. Второй брат, он, видя смерть своего брата, он не перестал колоться, он ухудшился в состоянии наркотическом. И я хочу сказать, что мы не делали, куда его не возили, лечили, и гипнотизировали, и вшивали, и перешивали. Ничего не помогало. Пока мы его не отправили на реабилитацию и пока не встретились с верующими людьми. Потому что сегодня я не могу сказать по-честному, что нету людей, которые бросили колоться и без Бога. Есть эти люди, но они переходят с одной зависимости в другую зависимость.
они не получают, скажем так, полную свободу, а они просто переходят от одной зависимости в другую. И когда нам говорят, вот тот человек, который верующий, бросил, и вот тот неверующий тоже бросил. Но давайте скажем так, что я очень много ребят знаю, которые бросили колодца, но они упиваются. Я знаю, что эти ребята, которые бросили колодца, они не перестали все равно красть. Я знаю, что эти ребята все равно продолжают блудить и продолжают неправильный образ жизни, то, что приносит их душе рану. И почему мы говорим о почему церковь и реабилитация? Потому что в церкви есть те духовные вещи, которые Бог заложил с самого начала, сотворение мира. И Бог нас сотворил. Мы не произошли от обезьян, от животных. И мы сегодняшний день должны жить Божьими стандартами для того, чтобы иметь не просто облик человеческий наружный, но он должен быть внутри нас. И поэтому я говорю, очень важно, чтобы каждый реабилитационный центр, он имел очень тесную связь. И я это знаю, что мы без церкви не смогли бы состояться. Потому что церковь — это та мать, которая воспитывает, дает словесное молоко, и которая выращивает внутри нас духовный стержень, который может противостоять миру и тем всем соблазнам, которые могут нас сломать. Как Максим вначале сказал, что реабилитацию проходить всю жизнь, да, придется. То есть я так думаю, что служение реабилитации — это первичная ступень, и потом мы переходим, как бы, или прилепляемся к церкви, но не получится по-другому. Если мы с Иисусом познакомились на реабилитации, Он нам нужен. Нам надо идти дальше за Ним, мы прилепляемся к церкви и дальше так строим свою жизнь, продолжаем. Є питання таке, яке я неодноразово мені задавали люди в якихось обставинах. Навіщо реабілітація? Чи не можна просто покаятись, і Бог змінить твоє життя? Як ви думаєте, що ви відповіли такій людині? Навіщо реабцентр? Якщо ти приходиш до Бога, приходиш в церкву, починаєш жити християнським життям, Бог змінить тебе. Як би ви відповіли таким людям? Є люди, які просто не можуть жити, їх мир не приймає, вони нікому не потрібні. І навіть церква, це, звісно, ви говорите про те, що людина покаялася, ходить у церкву і так далі. Але крім церкви, в неї є життя. Тобто вона може прийти сюди, тут послухати, все добре, а далі вона йде і живе вариться в тому котлі, в якому вона жила. І йому важко, людині важко просто стриматися, щоб не повернутися до гріха. Він затягує це постійне оточення і так далі. А на реабцентрі створені умови, коли ніхто тебе окружають любов'ю. Ти постійно перебуваєш в слові, в молитві. Навіть коли тобі не хочеться, тебе просять про це робити. І це спеціальні умови. Да, людину приучують це робити, змінюють. Це ми приучуємо просто це робити. Тому що приходять часи, коли важко, і вже оці навики, оце те, що людина вивчила, те, що коли погано, то треба помолитись, а не піти закурити чи випити. Що спасіння шукати треба в другому. Тому оцей час треба пробути саме в таких, як кажуть, тепличних умовах, не в агресивній среді, а в таких умовах, де. Да, будь ласка. Может быть, людям, которые не были зависимого поведения, в каких-то проблемах у них получается и просто покаяться, прилепиться к церкви, но ребятам, которые были в проблеме, у которых вся жизнь была проблемой, и сразу переключиться, влиться в социум, в общество, оно тяжело. Но он просидел полжизни в тюрьме, полжизни прокололся, и тут он попадает в церковь, где на него чуть-чуть смотрят не так, как на других. И ему тяжело, поэтому мы говорили, у нас есть
специальные как бы условия, график, определенный период времени, за который мы не просто там это за два дня происходит. У кого-то полгода, у кого-то год, разные периоды, поэтому не сразу это все делается, это постепенно выравнивается жизнь человека, человек шаг за шагом меняется, вливается в новую жизнь, учится жить по-другому. Знаете, обычно, ну, такие вопросы, вот как вы сейчас задали, зачастую задают люди, знаете, с таким, с провокационным характером, то есть спросить, может, они даже наверняка и Библию читали и знают, но и спрашивают, а почему так? Можно взять и с точки зрения этой, но даже и если просто людям объяснить, например, ну, если взять Писание, да, мы часто любим брать куски из Писания, налаживать на нашу жизнь прообразы. Если взять весь путь Евангелия, вот это вот, которое написано, момент создания церкви был намного позже, нежели вообще прошли все событийные вот эти моменты в Евангелии. И она-то создалась после того, как все апостолы и ученики прошли огромный путь, огромные испытания, а Иисус их учил. И это, я считаю, есть прообраз вот этой вот реабилитации для зависимого человека, прежде чем присоединиться к церкви. Иисус их готовил, Иисус их проводил через испытания, Иисус их смирял, Иисус давал им слово. И также и реабилитация, она смиряет, она дает слово, она учит, и уже человек осознанно присоединяется к телу Христову. Я думаю, такой ответ у меня тоже. Дякую, чудова аналогія, дійсно так. Спеціальний час. А який оптимальний цей час? Скільки це? Рік, півроку? І друге ж зразу питання, одразу, яке відштовхуємося від цього. Є оптимальний? Да, може, ми до всіх не можемо його застосувати, але приблизно орієнтуємося. Який це час? Скільки це? Півроку? Рік? Скільки часу? Зазвичай. Така середньостатистична реабілітація. Ну, я дружу, буду говорити так, з многими реабілітаційними центрами, вони різних конфесій, ті реабілітаційні центри. У кожного по-разному. У кого-то сама реабілітація – це 6 місяців. Я недавно познакомился с одной реабилитацией, где у них есть новое поколение, у них там это 9 месяцев сама реабилитация. Ну, давайте у нас скажем. У нас мне лично понадобилось 1 год и 5 месяцев. Ну, а обычно, самое частейшее, это сколько? 6 месяцев. Это 6 месяцев. Друге питання. А чи може бути таке, що в цій теплиці, умовно, це теплиця, тепличні умови, людина так довго, що її це вже може трошки й нашкодити. Розкажіть, що може нашкодити? Ми не кажемо, як довго. Ми просто кажемо, що вже бачимо. Це вже видно довго. Що може нашкодити? Можна? Так. Ну, взагалі, знаєте, принцип житті християнина, він заключається в том, чтобы простираться вперед и идти дальше, как апостол Павел. Забываючи те, що позаду прагну. И поэтому привязанность человека к одному месту уже не есть нормальное его духовное состояние. Значит, что-то не так. Человек, однозначно, это или упущение со стороны, например, человека руководящего, который не ведет его дальше, или же это конкретно поведение, там, слова и поступки человека для того, чтобы остаться. Все, я не хочу, я иду. Это ненормально. Человек во Христе, он принимает. Принимает новые вызовы, он хочет идти дальше, ему ничего не страшно, не изведано, поэтому это есть неправильно, это есть нездоровая какая-то вот момент, когда человек привязывается. Поэтому для этого есть и определенные временные вот рамки, которые ставят реп-центр, то есть полгода реабилитации, потом второй шаг, тоже там определенное время, потом адаптация. Ну, это такое, знаете, причинно-следственное. Если человек так говорит, значит, что-то не так. А расскажи трішки, в нас є, і ти вже сказав, і наскільки я знаю, хотів би, щоб це почули всі, є кілька таких етапів, да? Тобто є одна локація в Дмитрушках, є друга локація в Осітній, є в городі локація. Поясніть трішки, в чому зміст і різниця цих етапів.
Ну, хочу сказать, что на сегодняшний день у нас реабилитация поделена на 3 этапа. И первый этап – это когда приезжают ребята первый раз. Вот. И даже если повторно, все равно, потому что что-то они где-то упустили, и мы все начинаем опять с нуля. И первая реабилитация у нас проходит тему «Мир с самим собой и с Господом». Вот они проходят эти шаги, и там есть, скажем так, 12 этапов, которые они проходят. Они примиряются с самим собой, они прощают себе за свои ошибки, они просят у Бога прощение за все свои ошибки. Они начинают понимать, сколько боли принесли обществу, родным, близким, и мы их подводим к этому. Второй этап – это когда мы говорили уже, когда мы переводим через 3-4 месяца. И тоже, опять же, мы смотрим индивидуальность людей. Мы не можем людей брать всех как серую массу и говорить, вот 100% вот так. У нас есть ребята, которые у нас годами на реабилитации. Когда мы их выпускаем, они не могут собраться. И можем сказать, что мы сделали из них каких-то... Нет, они такими были. И выкинуть их мы не можем себе позволить. И они пребывают у нас какое-то время, они как уже, получается, я даже не знаю сказать, но если мы их отпускали, мы несколько раз пробовали, они падали, возвращались. Проходит час, да. И они десь переезжают дальше, чи да. До конца в одном месте проходят? Нет, мы их меняем, скажем так, меняем все время дислокацию. Почему? Потому что, чтобы тоже не было такого засиженного момента. И, естественно, у нас, если мы в Дмитрушках, то у нас намного там спокойнее, минимум работы, минимум, хорошая атмосфера, хороший ремонт и все остальное. Это люди, которые только пришли, и, естественно, вот эти тепличные условия, они созданы для первого этапа. Второй этап – это уже в селе, там, где нужно и печку затопить, там, где из колодца воду принести, да, например. Это уже такие, ребенок повзрослел, и ему нужно научиться за собой что ухаживать. И кроме себя того, что за собой ухаживать, еще и помогать, скажем, рядом с соседям. А у нас очень много пожилых людей, и, естественно, наши ребята ходят и помогают, кому нарубать, кому крышу перекрыть, и разные такие моменты рабочие. Вот, это второй этап, когда люди тому, чему учили на первом этапе, примирись с самим собой, примирись с людьми, потому что ребята, которые к нам приходят, они же приносят много горя и бед окружающему, людей, которые вокруг них были. И там, на втором этапе, мы их учим, чтобы они уже приносили пользу, чтобы они начали относиться к этим людям с любовью. Если они нанесли где-то урон, то хотя бы, чтобы здесь они уже отдали то, что они украли когда-то, хотя бы в этом. И, естественно, есть третий этап, когда люди после второго этапа выходят уже на полное свое содержание, когда люди уже живут на квартире, это и в городе, у нас на сегодняшний день в городе, это когда они работают самостоятельно, когда они получают всю полную зарплату в свои руки, когда они ее распределяют, как правильно. Вот. И мы уже минимум их опекуем, да, по-украински. Вот. И больше мы их передаем церкви, когда они уже в служение в церкви входят, когда они больше приходят на все служения и общение в церковь, и когда они прилепляются уже к телу Христа. Вот тут уже вот то, о чем мы говорили, конечная цель, чего мы хотим. Увидеть самостоятельных ребят, которые для государства тоже, мы приводим уже людей, скажем так, здоровых, которые не приносят уже проблему государству, а наоборот, своими руками зарабатывают деньги и что-то устрояют для других людей. И это вот это наша конечная цель. И до вас питання, наскільки, скажем, я знаю ситуацію нашу і багатьох інших, у нас є унікальність. Унікальність, її, може, мають і інші, але небагато. Це чудова співпраця з владою міста чи нашого регіону, з соціальною службою, і ви як
теж працівник соціальної служби, сфери соціальної. Скажіть, як так вдалося і коротко, просто настільки воно, от реабілітаційне служіння, воно має конкретний, не просто відтінок, а зміст має духовний, і тут і держава, і тут і приміщення, і все. Як це все розумно поєднується? Ну, скажем так, у нас началось это в 2005 году, когда мы увидели эту воинскую часть, и мы там начали нанимать квартиру, в аренду взяли. И мы начали производить работу, о нас начал город говорить, и о нас услышала начальница управления праций Кучер Галина Михайловна. Она пригласила меня к себе и сказала, давайте будем сотрудничать. Мы начали сотрудничать, она видела ту работу, которая производится у нас, и она предложила нам открыть при управлении праций отдел Центр реинтеграции бездомных, да, звільнених и с залежностями. И мы на сегодняшний день, я работник, я директор этого отдела, и очень благодарна, что город увидел эту нужду. Потому что у нас сегодня очень много ребят зависимых от алкоголя, от наркотиков. Наркотик сегодня не обязательно, чтобы уколоться. Наркотик у нас сейчас идет больше таблеточный. Вот. И как бы увидел это и пригласил нас. И сегодня вот это сотрудничество, оно приносит достойные плоды. Потому что сегодня ту работу, которую мы производим, у нас есть что показать. У нас есть чем гордиться. У нас есть то, что мы можем во славу Господа совместно принести, скажем так, и людям показать, и Господу к ногам его привести, ту работу, которую он позволяет нам делать. Потому что без Господа мы бы не справились. Но я хочу сказать, это правда уникальная работа, то, что государство сегодня, наше, Уманское, работает с нами вместе, или мы с ними вместе, потому что оно очень такое объединенное сотрудничество. И знаете, я скажу, в этом есть мудрость нашего начальства. То, что они приняли, то, что они увидели, что с Божьим духовными скажем, моментами спорить нельзя, что это Господь делает, и они в этом видят результат, поэтому они и помогают нам, и соглашаются с тем, что мы делаем, и они нам, ну, скажем, не мешают, а наоборот позволяют, чтобы мы это все развивали. Користуючись нагодою, якраз можна і подякувати, так? Да. Ми дякуємо всім, хто причетний, і Галині Михайлівні Кучер, і іншим, і меру міста, і Степанов, всім, і Степанівни, Світлані Степанівни, Центр інтегрованих соціальних послуг, да. Ткаченко, всім, хто від кого залежить, і хто дає оце зелене світло цій співпраці. І ми дуже вдячні через те, що в кінці кінців ми працюємо як соціальна сфера і духовна сфера для людей, для суспільства, для покращення, для перетворення. Я думаю, оцей симбіоз, який ми робимо, знаете, він дає результати величезні. Тому що, ну, знаєте, от управління праці соціального захисту населення. І от соціальний захист населення, і якраз наше духовне, от то, що ми даємо це для людей. Ми даємо людям можливість просто соціально встановитися. У мене два питання на кінець, які стосуються кожного з вас. Коротко скажіть, що надихає вас, щоб не зупинитися і не покинути те, що ви робите? Це перше питання. І друге питання, чому ви почали цим займатися? Що стало причиною, що ви саме в цю сферу, саме з залежними? Це важка робота. Це служіння і це робота. І це важке. І часто невдячне. Часто має свої піднесення і по-любому може хтось і образити навіть. Да? Тому що це не з найкращою, не з елітою працювати суспільства нашого, а з тими, з ким майже ніхто не хоче працювати. Да? В такому стані, принаймні. Скажіть, кожен з вас, чому ви почали? Що вас мотивувало? Хто? Що? І друге, скажіть, що вас мотивує, от так від серця, загляньте в себе, да? Не зупинитись, а продовжувати це. Однажды нашлись те люди, которые
мне помогали, за мной ухаживали, мне подсказывали, в меня вкладывали. И на сегодняшний день я тоже захотел и стал таким человеком, который помогает, вкладывает, передает, чтобы этот процесс не остановился. И однажды мне сказал один человек, задал такой вопрос: какое самое наиважнейшее качество строителя, домостроителя? И я не знал, что ему ответить. Я не знал, правда, ответа. Он мне сказал это, я запомнил. Это было больше 10 лет назад. Это верность. И что сегодня меня мотивирует и это делать, это, знаете, я как тот строитель, и это работа и служение, это как построение этого дома. И я стараюсь проявлять верность в этом деле и буду это делать дальше. Вопрос был, да, что доставляет удовольствие, да, или как? Ну, чому ви почали цим займатися? Чому ми почали? Що стало причиною? Чому я начал этим заниматься, да? Ну, мне нравится просто видеть жизни измененных ребят. Ты видишь, какие они были, и ты понимаешь, что есть частичка твоего труда здесь в этом. Ты видишь, какой был человек, какой он стал. То есть вот это вот очень сильно вдохновляет продолжать делать то, что мы сейчас делаем. Как бы вот это вот. То есть це і причина, і мотивація. А два в одному, да. Да, дякую. Вот и все. Дима. Я начал этим заниматься, потому что я осознал, свою греховность, я почувствовал на себе все блага Господни, как Он меня благословлял, как Он меня вел за собой, и просто, если взять конкретно вот одним словом описать, то, скорее всего, это чувство благодарности Господу за то, что Он для меня сделал, и я просто не мог не отблагодарить Его и не пойти за Ним. А что мотивирует меня в каждом дне? Ну, это такой духовный вопрос. Я, может, отвечу, не все поймут, но мотивирует Иисус Христос распятый. Аминь. Хороша мотивація. Толя? Ну, я розділяю свою життя до Ісуса Христа і вже з Ісусом Христом. І я думаю, це благодарність. І як я її можу проявити для Бога, який, в принципі, ні в чому не нуждається. Ну, наверное, вот это и любовью к людям, и то, чтобы на моем примере люди не поступали так же, да, чтобы и их жизнь изменилась, чтобы они почувствовали, что такое жизнь со Христом, что есть другая жизнь. Ну и, конечно, вера в Иисуса Христа мотивирует, только вера. Людмила Георгиевна, что скажете? Ну, мотивация такая, те ребята, которые вокруг меня сейчас сидят, наверное, вот это меня и дает мне силы просто идти дальше. Вот. А начало моего пути, это был мой брат младший, который, слава Богу, сегодня в Господе, который сегодня тоже радуется жизни, имеет семью. Вот. И это тот человек, который... через которого я пришла к Богу. Это тот человек, который показал мне Бога. И вот это меня как бы и повело, когда я видела таких, как мой брат на улице, я не могла пройти мимо и не сказать им о Боге, и сказать, что есть шанс. Вообще, перед тем, как даже открыть здесь реп-центр, я всех ребят отправляла на Донецк, ходила по притонам, собирала их и туда отправляла. Много ребят, которые в Донецке покаялись, и сегодня они очень много уманских наших ребят. И это пример Валентины Николаевны, которой сегодня 70 лет. Вот, и она сегодня до сих пор живет реп-центром. Она похоронила своего единственного сына от наркотиков. И она всю свою жизнь посвятила Богу, этому служению.
И, наверное, она меня и вдохновила. Она помогла моему брату познакомиться со Христом. И через ее служение я пришла к этому. Дякую вам. Я хочу сказати про те, що ви робите дуже велику справу. І скажуть, що можна зробити такого важливого, ради чого варто от вкласти навіть все життя. І я думаю, одне із того, або може навіть от саме те, що навіть коли нас не буде, а плоди цього будуть ще. І я думаю, те, що ви робите, те, що ми разом робимо, воно нас переживе. І навіть коли нас не буде уже, а в свій час ми всі підемо у вічність, будуть плоди жити в людях, в дітях, у внуках, які будуть колись знати і дякувати Господа. Я думаю, ще багато людей, які зараз, які завтра прийдуть, які сьогодні телефонують, які завтра попросяться. І ще, скільки Бог нам дасть сили і здоров'я робити це служіння, ми будемо це робити. І дуже надихаючий фактор – це ви. Надихаючий фактор – це сім'ї в нашій церкві. І ми окремим матеріалом підготуємо свідоцтва людей, які пройшли, яких життя нове почалося, воно налагодилось. Зокрема, ви є також, тому що, крім Людмили Гівовни, всі хлопці можуть кожен свою історію сказати, як пройшов через такий шлях також. Тому щиро дякуємо вам і хочемо для всіх сказати, що можна при потребі звернутися в центр, і на екрані буде телефон, за яким можна зателефонувати, і звертайтесь за допомогою, консультуйтесь, запитуйтесь, не соромтесь. Це реально працює, і працює на все життя. Якщо навіть хтось проходив реабілітацію і десь спіткнувся і думає, все, може в інших виходить, в мене не виходить. Все працює. Може не з першого, з другого разу, але ви зустрінетесь з Господом і вам допоможуть ці люди і інші. Вам церква допоможе, вам реабілітаційний центр і команда допоможуть, вам Господь допоможе. Хай Бог всіх вас благословить і вас також, і це служіння на славу Йому. Амінь.